8 апреля, понедельник, от дания праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, а также Собор Архангела Гавриила. Собор, молитвенное собрание Архангела Гавриила празднуется Православной Церковью 8 апреля. Архангел Гавриил был избран Господом, чтобы благовестить Деве Марии, а с нею и всем людям великую радость о воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем Его посланника, Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения.